Порядка 350 солдат срочной службы уволились в запас. По этому случаю сегодня на плацу воинской части 66-55 состоялась торжественная церемония с вручением военных билетов, а также грамот и нагрудных знаков отличившимся во время январских событий. Динара Абдуалиева продолжит тему. За время службы ребята показали отличные результаты при несении боевой службы, охране общественного порядка и выполнении задач Национальной гвардии. У нас воинская часть 66-55, каждое подразделение выполняет разные задачи. Именно в этом месяце у нас 3 батальона выполняли охрану общественного порядка на протяжении года. И также одна рота у нас выполняла охрану уголовно-исправительного учреждения. Отметим, что в воинскую часть 66-55 призываются молодые парни со всех регионов нашей республики, чтобы исполнить свой священный долг, заключающийся в защите Отечества. Однако основной состав военнослужащих срочной службы из таких областей, как Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Атырауская. Евгений Бобров приехал из города Уральск. Служба пролетела незаметно, делится молодой человек. Однако теперь есть над чем задуматься. Первое время было сложно привыкать к службе. Вот. Ну, нагрузки были, потому что на гражданке совсем другое чувство было работы. Там уже был свой регламент работы. Ну, предлагали по контракту оставаться, потому что отличник боевой службы. Вот. Обдумываю сейчас. Приеду домой, посмотрю там уже. Важно отметить, что военнослужащие данного призыва в количестве более 350 человек наряду с сотрудниками службы государственной охраны, военнослужащими Министерства обороны и представителями других силовых структур в январе 2022 года выполняли службу по охране государственных объектов, за что и были удостоены краповой тельняшки. Да, но я уже, так сказать, решил об этом не думать, чтобы забыть это все. Но это был опыт. В первую очередь это был опыт. Что за ранение получилось? Сотрясение головного мозга, крупночерепно-мозговая травма. Дальше обычной жизнью уже заняться, найти работу. То есть с военной службы себя не будете дальше? Военной службы у меня, думаю, нет. Находясь в течение нескольких дней в отрыве от пункта постоянной дислокации, парни оставались верными военной присяге и своему народу. В 2021 году я закончил учебу в городе Петропавловск. Уже год, как работаю в воинской части 66-55. В первую очередь, это главное для мужчин, это стоять на своем, например, знать и уметь устаивать свои точки зрения. Для солдат пожелаю, они же будущие защитники Родины, например, если будет, не дай бог, война, они в первую очередь будут защищать нашу республику Казахстан. Большим уроком были январские события для всех? Ну, потрясением, можно сказать, да. Приказ есть приказ. Побывать на своеобразном выпускном у своих детей родителям нельзя, поэтому есть совет солдатских матерей, который всегда держит их в курсе событий. Наша работа заключается в том, что мы курируем воинские части, сотрудничаем с военной полицией, военной прокуратурой, организовываем в воинских частях досуг, разговариваем с солдатами. Вот конкретно в этой воинской части ребята меня узнают, они мне доверяют, с какими-то вопросами подходят. Мамочки звонят практически каждый день, а что там, а как. Я прихожу в воинскую часть, делаю какие-то фотографии, отправляю мамам, чтобы они были спокойны, что у ребят все хорошо. К слову, у ребят есть возможность остаться на службе по контракту или же продолжить работу в данной воинской части, либо в других подразделениях Национальной гвардии. Динара Абдуалиева, Жанадиль Сагеев, телеканал «Актобе».